Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Активно, позитивно и спортивно будет отмечаться День молодежи в парке Гагарина 25 июня. Начало мероприятий в 10:00. В программе выступления самарских музыкантов и мастер-классы по игре на барабанах и гитаре, занятия по диджеингу, битбоксу и танцам. Параллельно будет проходить турнир по футболу среди любительских команд. С 12:00 начнет свою работу площадка, посвященная 100-летию комсомола. С 6 вечера на главной сцене выступят приглашенные самарские коллективы, среди которых команда КВН «Самара», группы «Клиника 63», «Дзен Сити» и «Чиз Пипл». В театре «Самарская площадь» в субботу «Русский и литература». Это нашумевший спектакль о жизни провинциального городка накануне 8 марта. Все смешные и отчасти грустные реалии русской глубинки артисты преподносят в жанре анекдотических зарисовок, над которыми придется подумать. «Русский и литература» 25 июня 18:00. Театр «Самарская площадь». Провести летний вечер выходного дня в кругу семьи под хорошую музыку предлагает Самарская филармония. Вас ожидают сказки Венского леса в программе «Чайковский», «Брамс», «Штраус», «Хачатурян» и «Дунаевский». Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова. Исполнители – симфонический оркестр Самарской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Михаил Щербаков. Филармония. Сказки Венского леса. Суббота, 25 июня. Начало в 17:00. Театр оперы и балета приглашает всех на итальянскую оперу Джузеппе Верди «Травиата» по мотивам романа «Дама с камелиями» Александра Дюма сына. Это одна из самых исполняемых в мире опер, входит в десятку самых известных классических произведений. Спектакль идет в постановке оперного режиссера, певца и педагога Карло Антонио де Лючия. Опера идет в 4 действиях, исполняется на итальянском языке с русскими супротитрами. «Травиата», театр оперы и балета, 26 июня, 18:30. В Самарской областной библиотеке в галерее «Новое пространство» до 2 июля открыта выставка «Книга и художник». В экспозиции представлены скульптуры из бронзы, стекла, керамики, а также витражи. Все это работы самарских авторов. От Джека Лондона до «Маленького принца», от Бунина до Шекспира можно гулять под звуки лютни и флейты. А 28 июня организаторы приглашают всех на бесплатный мастер-класс «Автограф. Транскрипция творца». Участники под руководством художников попробуют создать уникальную собственноручную роспись или надпись в технике каллиграфия. Начало мастер-класса в 19:00. До 3 июля в художественном музее работает выставка из коллекции музея и частных собраний «Игрушки мира». Небольшая, но очаровательная выставка, пишут в своих отзывах те, кто уже успел посетить экспозицию. Игрушки разместились в холле 3-го этажа художественного музея. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения.